Увековечить память о тех, кто ковал великую победу, решили не на бумаге, а рассказами про своих дедушек, прадедушек. Школьники готовят проекты и сценки. Богдан Балабанов учится в морском лицее. Признается, такие мероприятия ему во многом помогают. Здесь и история, события, герои и важные даты. Читал повесть о настоящем человеке, про Катю Соловьянову. Так мы больше узнали о войне. Также расспрашивали дедушку, пока он еще мог разговаривать. Проводили анкетирование как в классе сестры, так и в моем классе. И, в принципе, готовились хорошо и довольно долго. Екатерина и Богдан Балабановы – активные участники различных конкурсов. Считают, что нужно всегда помнить о тех, кто внес неоценимый вклад в победу. Чтобы мы помнили героев войны, и что война была тяжелой, и чтобы мы, чтили память о них. Иначе, получается, мы будем на них, и нам все равно, они же свои жизни отдавали, чтобы мы сейчас так хорошо жили. Почетными грамотами были награждены все участники конкурса.